Мне 60 лет. Мой рост 170, вес 57 килограмм. Вот уже 7 лет я нахожусь в этой прекрасной физической форме, и у меня ничего не болит с тех пор, как я скинула больше 20 килограмм лишнего веса. Всех диетологов я отправила на мыло. Калории я не считаю, ПЖУ не учитываю. Сладких фруктов ем столько, сколько хочу, и не боюсь скачков сахара. Ем столько раз в день, сколько хочу, и не боюсь инсулинорезистентности. Я не испытываю мультиголода, я не ставлю себе запретов, я могу позволить себе любую еду, хоть кусок торта, хоть шоколад, хоть пиццу, но только при том условии, если я действительно этого захочу. В моем рационе практически все те же самые продукты, что и у вас. Но только у меня нет проблем с лишним весом, а у вас есть. В чем прикол? А суть в том, что я соблюдаю законы естественного питания, а вы нет. Этих законов немного, но они очень простые, и если их знать и соблюдать, то вы ликвидируете в своем кишечнике процессы брожения и гниения, которые и являются основной причиной нарушения обмена веществ, а это приводит как к лишнему весу, так и к хроническим заболеваниям. Я обучаю людей этим законам, и они побеждают свой лишний вес и болезни. Если у тебя такая же проблема, присоединяйся к нам. Моим знаниям можно доверять, потому что я доктор натуропатии, а это немножко покруче, чем диетолог.